О, привет, ребята! Это компания Арбат Хомс, город Мерсин. Сегодня мы находимся на участке будущей королевы Лавинии. Этот проект называется Лавиния Куин, и не просто так. Ведь все, что есть в этом проекте, это просто крышесносно. Такая богатая инфраструктура еще в этой серии не встречалась. Позже объясню. Итак, этот проект Лавиния Куин находится в районе Томюк. 200 метров до магазина, 200 метров до школы, рядом рынок 200 метров, до всего вокруг здесь 200 метров. Правда, до Эрдемли 7 километров, до центра города по времени подскажу где-то 25 минут. В километрах не хочу ошибиться. Итак, до моря здесь 450 метров, это единственное, наверное, что не является 200 метров, но море здесь прекрасное, хорошее, пляж, ухоженная, набережная. Если переходить все уже и уже к специфике проекта, этот участок застроится под Лавинию Куин. Состоит он из двух блоков, имеет богатую инфраструктуру. Теперь поподробнее. Бассейн, конечно, будет открытый. Конечно, будет аквапарк. А помимо этого будет закрытый бассейн, будет закрытый фитнес. Парковка открытая, парковка закрытая. Детская площадка открытая с песочницей, а также закрытая детская площадка. Каждая квартира, они, кстати, у нас 1+1 и 2+1, будет со звукоизоляцией, причем очень плотно, достаточно толстые стены. Планировку мы вам подскажем, скинем, вы это увидите здесь у нас в видео. Что касается еще особенностей в квартирах, а именно в квартирах 2+1, будет собственное парковочное место. Это касается только 2+1. Будет доступна рассрочка до конца строительства. Напомню, это конец апреля 2024 года. Эта прекрасная улочка, уютная, находится в 200 метрах от нашего проекта. И все, что мы сейчас увидим, давайте дальше покажем. Магазины в кадрах, кафешки, локанты всякие, тантуни, это местное блюдо. Все это в 200 метрах от нашего проекта. Напомню, Лавиния Куин. По секрету я забыл рассказать в начале видео, что в этом проекте на территории предусмотрен еще и большой теннисный корт, а также баскетбольная площадка. Но теннис можно поиграть не только большой, есть настольный теннис, предусмотренный уже внутри самого помещения. Поэтому подытожить мы это можем тем, что мы получаем абсолютно новый, свежий проект с прекрасно богатой инфраструктурой, с закрытыми открытыми бассейнами, закрытыми открытыми парковками, с закрытыми открытыми теннисными площадками, столами, с парковочным местом для 2+1. 450 метров от моря, 200 метров до школы и магазинов. И все это в районе Томюк в рассрочку. Ребята, давайте не упускать шанс. Давайте приобретать вместе новые объекты на стадии строительства на лучших условиях с нашей компанией. Компания Арбат Хомс передает вам огромный привет из нашего прекрасного Мерсина, из прекрасно уютного района Томюк. Эта красота находится в 450 метрах от нашего жилого комплекса. Компания Арбат Хомс предлагает вам абсолютно новый проект Лавиния Куин, который является буквально королевой своей серии. Лавиния Куин обладает невероятно богатыми характеристиками в инфраструктуре, прекрасными планировками в 120 квадратных метров 2+1, 75 квадратных метров 1+1. Обращайтесь по нашим номерам WhatsApp, Telegram, Viber и любые социальные сети. Заходите в наш Instagram, на наш сайт, на наш канал Арбат Хомс. Делитесь с друзьями этой прекрасной информацией. Будем рады вам помочь, ответить на ваши вопросы, скинуть прайсы, скинуть планировки и помочь вам в приобретении нового жилья и поменять вашу жизнь к лучшему. С любовью из Мерсина, компания Арбат Хомс. Это был я, Шалкар. Пока-пока.